И всем привет, с вами я, Александр Сучков, и в этом видеоролике мы сегодня играем в Hello Neighbor Alpha 4. И сегодня, в общем, я решил, чтобы вы вот сейчас свернули видосик, и, пожалуйста, подпишитесь на канал, вот возьмите, подпишитесь на канал, вот, возьмите, вот сверните прямо сейчас видосик и нажмите подписаться, вот подпишитесь на канал и все. Вот, смотрите, соседушку мы, значит, закинули, вот он, там что-то орёт, что-то делает, в прошлой части я его туда закинул. И он теперь там стоит, что-то орёт, не может отсюда вылезти, потому что здесь невидимая стена, а наш соседушка, так как он объект, он не наш персонаж, мы не можем туда пойти, а он пролетает все. Наша соседушка может пролететь любой объект, и вот поэтому он теперь там стоит, орёт там, и не знаю, что-то делает. Да, вот так вот. Стая прострелить вообще не могу, а он там стоит. В прошлом видео еще, если вы видели прошлое видео, он стоял здесь, вот в этом доме, около, точнее, этого дома. Так, здесь мы уже видели это, в нескольких видео точно. То есть вот, я его туда отправил, ему там, наверное, нравится, и пусть он дальше там стоит, я не знаю, что-то делает, а он оттуда уже не вернется, потому что там его пути нет, и он оттуда, наверное, точно не вернется, он точно. Ладно. Надеюсь, он не пошел за мной, смотрите. Давайте посмотрим. Смотрите, он пытается за мной пойти. О, я думал, мы пройдем эту штуку. Не. То есть он пытался за мной пойти, он повернулся ко мне, но он пройти эту штуку не может. Потому что он ее перелетел и обратно вернуться не может. Давайте осмотрим эту карту. Сначала давайте. О, сколько камер. На, камера. Еще одна камера. Ой, картина, извиняюсь. Ладно, камера давайте тоже. А чё, я же карты... Я же открывал карты. Карты-то нет уже. Вот карта-то. Вот она, карта. Во. Так, ищем мы что? Мы ищем что вообще? Дверь открываем. Еще один клей появился почему-то. Включаем эту штуку. Так, здесь у нас что? Нифига нету. Так, что здесь нет? Ничего. Картины. Мячик. Типа баскетболист. Нифига нету. Так. Еще один фонарик. Да вы что? Что-то здесь очень дофига фонариков в этой версии. Офигеть. То есть мы пройдем сейчас всю весь дом его. Мы поломаем его все. Вот прям все. Мне показалось, или он вошел как-то. Надеюсь, он там стоит дальше. Я думаю, больше как этих нету. Усы, картина усов, что, мастер усов, что ли? А эта картина не сбывается, я не понимаю. Вот. Ну все. За картинами нифига нет. Я пытался посмотреть, ничего. А здесь что-то есть? А, это картина. Ладно. Идем, значит, дальше осмотрим дом. Но еще разбиваем у него все в доме. Так, здесь что у нас? Так, еще что-то там было. Давай, давай. Ну почти. Там же что-то есть, я вижу. Там вроде что-то есть. Ботинки что-то. Пофиг. О, сломал. Так, дальше. Самолетики, какие-то бумажки и закрытые двери. Лучше я так делать не буду. Так. Здесь я был уже. Так, здесь косилка почему-то делает у нас. Что-то здесь делает. Так. Так.
мы просто вот сейчас ходим и разбиваем ему вообще все. Так, здесь у нас... Не, ничего нету. Просто я думал, может там что-то добавили, потому что я не все осмотрел. Извиняюсь, я здесь закрыл, потому что я думал, то, что сосед не пройдет. А наш сосед прошел. То есть это доказывает то, что соседа здесь закрыть никак не получится. Открываем. Потому что я в прошлом видео его открывал. Точнее, закрывал. Сбрасываем все картины. Не сбрасывается. Серьезно? Ого! А этого я не видел. Серьезно? Эта картина тоже какая-то магическая, вот эта вот. Потому что она не сбивается. Так, из этой огромной, нечеткой картины открывается вход в какую-то комнату. Значит, что? Здесь ничего нету, здесь какая-то подушка, что-то такое. Здесь такое. Здесь что-то такое другое. Так, здесь огромное стекло. Почему-то очень... Нет, оно вроде обычное. Ладно. Лучше позбивать здесь все, потому что мы просто тактически играем вообще в эту игру. Тактика, то есть все ломаем. Подушки здесь не знаю зачем. Так, стул убираем. Открываем дверь. Вот, мы выходим здесь. Так, здесь у нас все разбито. Так, пошли дальше. Тут у нас ничего нету. Идем дальше. У нас еще там есть дверь, смотрите. Так, ну здесь я был, помните, наверное. Несколько раз точно я здесь был, пытался как-то здесь что-то сделать. Ладно. Здесь что-то еще есть, вроде нет. Не, показалось. А что, я не могу открыть ее полностью. Давай, открывайся. Пошли, да. Так, я ничего там не забыл, нет? Да вроде нет. Вроде все так, как было. Так. Это что? Зачем я это нажимал? Не знаю. Так, здесь у нас, значит, какая дверь непонятная. Так, сюда идем, здесь дверь закрыта. А что там такое? Так, здесь стул. Понятно. Так, а что, пробраться туда не могу? Могу. Так, а что здесь такое? Это что, огромное семечко? Семечко. Полетай там где-нибудь. Так, здесь какие-то... Я не хочу просто забаговаться опять, как в прошлом видео, поэтому нет. Так, здесь что-то такое тоже. Здесь, значит, что-то такое тоже есть. Что-то он пытался строить, это вроде от вагончика, но это не точно, ребят. Видимо, что будет в этой игре. Так, здесь у нас открывается-закрывается дверь. Видимо, да. Давайте попробуем нажать. Так, а где наши кнопки? И забегаем сюда. О! А чё? Ну-ка. Опа. Закрылось. Откройся. Давай же. Ну я же знаю то, что ты открываешься. Давай, 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 ну. Давай, откройся. Давай, давай. Ну, блин, нет. Тихо. Так. Так. Ах ты, тварь. А, нет оружия. Понятно, это какой-то металлодетектор, что ли? Да, вот так вот проходим. Здесь вроде тоже стул. Стул, да. Там тоже какая-то комната. Офигеть, сколько комнат сделали вообще. Труба. Что за труба? Чё, как там? Во. И чё? Ничего. Давай, давай, давай.
общем, что-то здесь должно быть, но этого нету. Ну что ж, здесь какая-то вот такая штука. Да, дверь нам не открыть никак. Это самое странное. Так. Я забираю свое оружие. Так. Ах ты гадина. Как так замечаешь ты меня, не понимаю. Тихо, 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 открой. Я и так до тебя дострелю, походу. Я закрылась. Ладно. Я без оружия. Так, тихо. Я без оружия. Все, мы обманули систему. Надеюсь, эта вся штука не закроется, когда я там буду что-то делать. Произойти, я не понимаю. Что-то должно произойти, но этого не происходит. Все, мы сломали систему, то есть, смотрите, во. Проверяем, во. Все, закрылось. Молодец. Так. Окей. Нам это не открыть. Это загадка. Загадка, что ли, не понимаю. А что вообще должно произойти? Я в самое главное не понимаю, для чего вообще это нужно. Давай, давай, давай. Что такое было, не? Я не понимаю. Зачем это надо? Короче, 6 каких-то штук. Видимо, это какая-то загадка. Я не знаю, как ее решать, если честно. Я не знаю, как ее решить. Ну ладно. А за этой дверью ничего нет. Нет, пусто. Тут ничего нет. Ай-яй. Ай-яй. Ну, давай, пусти меня, пусти. Дверка, пусти меня, дверка. Опа. Спасибо, дверка. Ну что ж, давайте теперь осмотрим эту штуку. Давайте посмотрим, что у нас осталось здесь. Просто давайте не останавливаться на одном месте. Например, давайте возьмем пульт. И телек не включается. Часы? Почему здесь часы? Ладно, пофиг. Так. Да ну нафиг, давайте я куда-нибудь, я не знаю. Я не знаю, как проходить эту игру, я реально прохожу ее в первый раз и ни разу еще не прошел до конца. Это реально очень сложно. Так, здесь есть дверь. Здесь я вообще в ней был. Надеюсь, с этой штуки-то не паду. Надеюсь, я в ней был. Потому что если нет, это очень обидно. Честно, если эта дверь просто какая-то тупая, и за ней ничего нету, то смысла там прыгать, я не знаю. Так, ладно. Здесь что? Здесь у нас ничего нету. Так, вниз. Вниз пошли, значит, здесь у нас ничего нету. Так, значит, смотрите, здесь в окне. В окне у нас тоже нифига нету. Так, значит, что здесь такое еще? Значит, так.
Здесь у нас тоже ничего нету. Так. А еще что-то должно вроде не быть, нет? Да вроде ничего не должно быть. Давайте тогда попробуем спрыгнуть на тот этот этаж. Но вряд ли, наверное, я его не видел, потому что я его, точнее, наверное, видел. Ну, 100%, наверное. Да, я вроде его видел. Во. Ну, конечно, ребят, это же та штука, которую я пытался пройти, но не смог. Ладно, здесь я был. Здесь у нас открылась какая-то штука. Здесь я все проверял, здесь нет ничего такого особенного. Здесь именно вот, я не знаю, это именно для чего, я не знаю, сделано, но эта штука, короче, вообще не работает. Вообще не работает эта штука. Как бы я ни пробовал, как бы я что ни делал, вообще не работает. Вот. Здесь, а смысл? У меня же есть эта штука, да. Так. Здесь у меня ничего нет, здесь только стекла можно побить. Так, капкан. Камера, еще картины, картины. Как ты за мной побежал-то? Ты же там. Может там? Он переместился? Охренеть, он переместился. Смотрите, он был там, он теперь там. Охренеть. Надеюсь, он ближе не подойдет ко мне. Надеюсь. Так, картины, картины, сбиваем картины. Нафиг эти картины нужны. За картинами, в общем, должно что-то быть. Но, да. Пока что я за картинами... Вот, картина какая-то, нет? Теперь картина усов. Я не знаю, еще один зонт. Давайте попробуем его открыть. Не знаю, зачем он сделан. Чем он вообще сделан, я не знаю, или... Мне придется брать каждую вот эту штуку, смотреть каждую вещь вообще. Во всей игре, или не знаю. Так, водичка пошла. То есть я могу войти в нее, да? Нет. Ну или это работает, или я не знаю. Ладно, раковина. Нет, это какая-то, я не знаю, загадка непонятная пока что для меня. То, что здесь вообще должно происходить, я не понимаю, честно. Выключатель, что он делает? Так. Но самое интересное, то, что наши разработчики почему-то убрали наш дом. То есть, как бы он не важен сейчас в игре. Важно только вот этот вот наш дом. Так, одна загадка вроде понятна. Так, здесь вот. Нифига ты, сколько камер мне тут навешал. Нифига. Надеюсь, это был бы потолок. Смотрите, он какой-то потолок, как стеклянный, смотрите. Серьезно, смотрите. Это потолок-то. Нифига. А что я сделаю? А потолок-то. Потолок. Потолок это потолок. А что с потолком-то, я не понимаю. Потолок непонятный. Смотрите, он какой-то или водяной, или какой-то, я не знаю, стеклянный. Охренеть. Ладно. Телек. Так, ну давай. Здесь лежит так же, как и было, в общем, да. Можно взять даже, попробовать какими-нибудь предметами тут притянуть. Вряд ли, наверное, это все будет работать. Я пытаюсь что-то притянуть. А, кстати, ребят! Чё я не додумался? Давайте попробуем. Ну, хотя бы просто попробуем, получится, нет. Гвозди, это же как бы... Нет. Нет, 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 нет. А дверь-то, дверка-то открывается. Дверка-то открывается. Давай, 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 откройся.
что мне не нужно. Давайте возьмем ботинок. Когда открывается наша вот эта дверка, мы туда попробуем закинуть ботинок. Так. Так. Закинул. Там теперь ботинок должен быть. Давай, 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 давай. А смысл? Даже если я войду, даже если я волшебным образом туда войду, хотя этого не будет, то а смысл вообще? Я же не смогу туда попасть, потому что там, как она называется-то? Там я не смогу никак пройти все равно. То есть нет даже смысла. Так, ладно. Сам прикол то, что у нас соседушка начинает двигаться как-то. Пытаться к нам все-таки как-то пробраться. Давайте даже посмотрим. Ай-яй. А где он? А, нет. Тогда все в норме. Так, это что такое? Это стекло? Где здесь был лом? Здесь был такой вот лом. Я не знаю, как вообще его сделать. Здесь больше такого ничего больше не находилось вроде. Здесь был, короче, лом. Я не мог его взять, потому что он у меня из рук выпадал. Я не знаю почему. Но он, короче, из рук у меня выпадал. Да, вот так как-то. Так, коробки мне больше вроде не нужны. Давайте тогда попробуем опять туда залезть. Так, давайте туда опять залезем, проверим, там вообще что у нас будет твориться. Так. Здесь мы были. Если вы, конечно, помните. Да, мы здесь были. Так. Там у нас что? Там у нас что-то есть. Залазим сюда. Здесь у нас комната, значит, с яблоками. Тут я бы не советовал оставаться, потому что яблоки это тоже какой-то, можно сказать, как, не знаю, злом это не называть, конечно, но ладно. Нет, они меня как-то откидывают, и я могу вылететь. Так, здесь, наверное, я бы не советовал так делать. Ну ладно, нет. Так, здесь какая-то есть для птички какая-то штука. Значит, здесь. Там, вот, там, где мы были, помните? Вот та дверь, мы ее пытались открыть, потому что вот наша дверь открыта, которую мы делали только что. Значит, чё? Значит, мы идем туда. А, кстати, можем посмотреть опять ту штуку, которую я смотрел, ну ладно. Так, вернулись мы сюда, значит. И будем сейчас прыгать туда. В то окно. Если вы, конечно, поняли, о чем я. А я о том. О том, что я не допрыгну. Нет. У меня все-таки есть шанс допрыгнуть. Если это у меня не без шансов. Так. Значит, что, опять берем эту штуку. Я не знаю, надо найти какой-то лом, или я не знаю даже, что мне найти, но то, что у меня бы открывало, в общем, гвозди. Пока что, кроме какой-то хрени, я не нашел ничего. Кстати, ребят, я что-то нашел. Не, вроде показалось. Показалось. Так, мы здесь были? Мы здесь были. Здесь стул. У нас каким-то волшебным образом оказался. Так, здесь у нас что? Здесь у нас тоже что-то должно быть. Если вот так присмотреться, то там можно найти какого-то нашего этого. Не нашего, точнее. А вот того, блин, стул, конечно, мешает. Ладно, давайте его сюда куда-нибудь кинем. Но пока что не нужно. Давайте посмотрим. Там можно найти какого-то этого нашего. Вот, мы его даже, чтобы он упал. Я не знаю, что там дальше, но, видимо, там что-то интересное есть, наверное. Все-таки так. Ой, как бы я не советовал туда спрыгивать. Как бы я не советовал туда спрыгивать вам. Но, ладно. Так. Окей. Так. Значит, что, куда можно дальше еще спрыгнуть? Тут мы были. Тут мы были. Так. Тут мы были. Здесь я не смог разгадать загадку с вот этой вот херней.
который не пойми, как вообще действует. Потому что сколько бы я ни пробовал эту штуку открывать, ну не работает она. Я не знаю, к чему она должна быть вообще работать. Но она у меня вообще не работает. Как бы я ни пытался, как бы я что ни делал, эта штука не работает. Да. Так, здесь с оружием я не знаю, как эту штуку открыть, потому что если дернуть там за рычаг, ничего не получится. Давай, давай, давай. А можно как-нибудь стул вообще отсюда убрать, нет? Я очень хочу отсюда стул убрать. А это, наверное, ничего не получится. А даже здесь ничего нету. Может, здесь что-то есть, но и одновременно и нет. Так, здесь мы были. Здесь какие-то двери, что-то здесь строится. Я не знаю, что, нафига это вообще нужно. Здесь попасть нам нельзя никак, там закрыта дверь. Да. Значит, что, если мы туда побежим... Вот, хоть... нет, сюда я не побегу. Сюда побежим, здесь мы были. Здесь мы уже прыгали, пытались что-то сделать. Часы здесь какие-то задолбали ходить, что они ходят-то? Так. Ладно. Здесь это какая-то чашка. Точняк. Это глупая мысль, но, возможно, она сработает. Нет, вряд ли она сработает. Но... попытаться можно. Так, там у нас что было? А, да. В общем, смотрите, идем сюда. Я сейчас скажу, куда. Идем, значит, к нему, в ту штуку, где... вот, есть раковина. Включаем воду. И пытаемся налить туда воду. О. Куда? Я не уверен, что это работает. Нет, это точно не работает, хотя я думал, что это работает. Давайте. Ну вот же видно, что туда наливается вода. Но она одновременно и не наливается. То есть вообще, по идее, эта хрень должна работать, она должна... Кстати, толчок тоже работает. Так, ладно, странный толчок, ну ладно. Так, это пока что нам не нужно. Так, значит, чё? Ладно. Здесь осматривать вроде нечего уже. Здесь мы все, что можно, то осмотрели. Ладно. Здесь. Здесь я не знаю, куда дальше прыгать, поэтому не буду дальше продолжать здесь вообще прыгать, что-то делать. Окей. Так. Сюда мы не можем пролезть. Сюда мы пытались пролезть, не смогли никак. Вот. Здесь я вышел, здесь я не был. Вот. Идем, значит, сюда. А, здесь я был. Здесь я пытался выйти, в общем. Так, здесь. Здесь у нас наша штука, где мы брали лом. Но сейчас лома почему-то нету. Это вот самое странное вообще во всей этой игре. То, что лом был, и он откуда почему-то исчез, в общем, да. Он исчез. Так, здесь мы были. Вроде как. Так. Здесь у нас нормально все. Так, здесь у нас что? Здесь у нас какие-то... А что это такое? А что... А, да. Это же наша эта штука. Стоп, закрылась? А что она закрылась-то, я не понимаю. Она закрылась, в общем. Давайте спустимся вниз. Так. Окей. Так. Значит, смотрите. Что мы... Сейчас посмотрим. Так. Значит, вот. Значит, чё? Вот. То есть, давайте попробую сейчас сделать. Так. Окей. Так. Так. Давай. Вот, открылось. Эта штука открылась. Так. Дверь это не открывается. Так. Вот у нас... Блин, чуть не выпал. О. И тут я понял, что он как-то выбежал. И я подумал, что мне вообще сейчас будет, наверное, Тоби пизда. Точно будет сейчас Тоби пизда. Потому что я не знаю.
Наверное, на этом надо и закончить видеоролик, потому что я дальше не знаю, как проходить. Главное то, что я прошел хоть докуда-то. Че, он до сюда добежит вообще сегодня или нет? А стоп, как он до сюда добежит? А, не, он может вроде добежать как-то. Или не может? Я, если честно, я не помню. Знаете, туда идти? Это прям какое-то, блин, вообще. То есть он в доме, все. Батя в здании, блин. Все, он в здании. Или он сюда не может побежать? Нет, он здесь. Где-то должен быть здесь. Ладно, в общем, смотрите. Вот так я попытался пройти. Так. Тут еще можно попытаться как-то сделать. Сейчас попробую сделать. Так. Здесь мы все смотрели. Здесь мы пытались сделать все. У нас ничего не получилось. Давайте пойдем туда. Так. Идем сюда. Открываем. Открываем эту штуку. Ставим эту штуку. Прыгаем сюда. Дальше. Мы идем вниз. Почему? Его же здесь нету. А где он? Вообще, как будто он здесь вообще ходит. Видите? Я не знаю, чего у него такой страх вообще. Как будто он подо мной где-то ходит. Охренеть. Так. Погнали тогда туда. Загоняем. Так, здесь я был. Вроде как здесь ничего такого нету. Так, здесь я... Во! Кстати, можно... Блин. Так. Давай, давай, остановись. Вообще остановись, все, не надо. Не надо, нет, нет. Нет, 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 нет. Давай. Уберись отсюда, блин. Как отсюда выбраться-то, блин? Дай мне выбраться отсюда. Ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Нет, 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 нет. Так, вот, назад. Назад едем. И остановка. Так, вперед немного. И остановка. Вот. Выходим. Ну почему? Ладно. На этом давайте закончим. Потому что сосед наш вернулся. Он теперь опять там. Он все опять починил то, что я сделал. В общем, я не знаю, как дальше проходить эту игру, но она вроде непроходимая вообще. Потому что я не знаю, где найти лом, где найти гвозди. Ну, в общем, всем спасибо за просмотр. С вами Александр Сачков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Ну, бас, пиши комментарии под видео. И всем удачи, и всем пока.